Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Иди сюда. Знаешь, что сегодня будет? Сегодня Катя будет в трусах. И я буду в трусах. А еще мать уток, которая Мия, она тоже будет в трусах. А еще хлебобулочное изделие будет в трусах. Но перед тем, как ты посмотришь на нас в трусах, я должен создать новый мир Майнкрафта. Таганрогский. Выхухлядский. Не помещается! Ладно. Пупковый легокомбинат. Короче, там это городский пупковый лего-комбинат, просто не помещается. Survival create the fucking new world. Ой, где я появился? Пляжная вечеринка! Но одному как бы скучно, поэтому... Тушканчики белобрысые, заходите! Алло! Это что за фигня? Объясните мне, молодой человек. Какой молодой человек? Что со мной? Так, одна в труханах, нормально. Утка в трусах, вы когда-то видели такое? Вот я лично нет. И последний, это у нас хлебобублочный батон. Как видите, он тоже в трусах. Ну, естественно, я как главарь банды тоже в трусах. Пацаны, давайте вы сюда. Оля, посмотрите, какой пупок сегодня интеллигентный. Пацаны, все сюда, бабы в другую сторону. Банан, ты объяснишь? Я сейчас все объясню, мадмуазель. Банан, ты с нами участвовал в одном блоке? Участвовал? Я чуть тебя не помню. Я тоже его не помню. Кто помнит Банана? Банан с нами участвовал? Так ты участвовал или нет? Ты только что кивнул башкой, то что да, сейчас нет. Банану дайте, пожалуйста, по банану банам. Сейчас банан, я все объясню. Почему мы в трусах? Потому что у нас сегодня пляжная вечеринка. И как раз таки в этом и заключается вся суть этой серии и вся суть этой рубрики. Это вторая серия по Лего миру. И весь мир состоит только из лего. Все блоки похожи на друг друга. Земля, камень, железо, золото, изумруды, алмазы, они все состоят из одного блока. Поэтому мы не можем знать, какой блок есть каким. Вся суть этой серии, кто быстрее найдет, сколько там, 16 железа, и кто быстрее скрафтит две пары штанов, потому что как бы негоже тоже всю серию ходить в трусах, тот и победил, или мы... Напялим на друг друга штанишки с тобой, хлебушек. Или они напялят на друг друга... А, 14 железа, не 16. И мы с вами приступаем! Все готовы? На счет 3! Сразу же бежим, сразу же добываем 14 железа. Кто быстрее, тот молодец, тот победитель. У нас сейчас счет 2-2. Давайте. А кто в прошлой серии затащил, когда меня не было? Мы затащили. Мия, значит, сегодня мы. Подожди, а чё у Мии сзади и чё у Леры сзади? Раз, два, три, погнали! Ах ты собака такая, а! Какая собака? Я знал то, что... О, спасибо, что подтолкнули. Я знал то, что рядом есть у нас... Хватит меня пинать! Банан, защищай, пожалуйста! Меня бьют так нечестно! Драка запрещена на территории Российской Федерации! Никто не за... Здорово, мать! Здорово! Ты чё думала? Ты... На! Валим котосика! Да. Я не понимаю, почему у тебя какие-то инструменты есть, почему у меня пусто? Потому что я только что все это нашел в здании. Ему кто-нибудь верит? В смысле верит? На серии как бы это все пока... Ядрит меня в морковку, сколько здесь еды! Пацаны, я буду собирать еду, ваша задача найти дерево и скрафтить каждому по деревянной кирке. Если вы это не сделаете, ну, бан, это бан. Еда. Я забираю всю морковку, главное, чтобы Мия ее не забрала. Меня пупок убивает! Пупок, не убивай ее! Пупок убивает! Давай. У всех есть дерево. Я украла верстак. Ты большой. Да, кто? Что? Меня кот убивает. Если он сейчас меня убьет, и я опять умру, я больше не играю. Пупок, не будь таким агрессивным! Он убил меня. Он убил. Дайте кто-то пупок бану, вот это, бану пупка. Так, пацаны, кому нужна деревянная кирка? Если что, у меня две деревянные кирки и 40 морковушек. Вы там пока хавчик себе набираете, я пойду уже железо искать.
да чё вы все такие агрессивные? Банан, убивай Леру! Лера, отстань, пожалуйста, от меня. А зачем я себе сделал деревянную кирку, если у меня есть железная кирка? Дурак дурацкий. Пацаны, 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 встречаемся в лесу. Где вы? Давайте быстро все в лес, а то мы как-то рассредоточились. Я не знаю, где кто находится. Я вижу только пупка, я вижу только банана. Хлеб, ты где? Все в лес, все в лес. Ищем шахту. Еще и дождик пошел. О, хлеб, уголь. Хлебушек, я хлебушек, хлебушек. Уголек. Хлебушек, ты где? Хлебушек, ты где? Быстро, быстро скажи нам, ты где? Не говори, хлебушек. Он хлебушек. Плохой мальчик. Я плохой. Ты плохой мальчик. Я не плохой мальчик. Так, я еще одну шахту нашел. Пацаны, мне кажется, что можно сюда спуститься. Да, давайте спускаемся. Ой. Спуститесь кто-то туда первым, пожалуйста. Пацаны, спуститесь. Я нашла водичку. Меня затопит сейчас. Что ты ржешь, мне такой вопрос? Да, ну, тут сложная ситуация произошла у нас с этим, с пупком. Зато я нашел... нифига, я думал, то, что если крипер взорвется, то, возможно, здесь у нас появится железо. Ну, то есть, таким чудесным образом он... Меня топит, ребята, помогите. Я залила себя водой собственноручно. Пацаны, пацаны, пожалуйста, идите сюда в шахту, о. Здесь хорошая шахта, я сейчас скину вам координаты и топайте сюда. Быстро, 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 все вот сюда, пацаны, быстро. Как обычно, меня спасла Мия. Так, так. Пацаны, два железа, есть два железа! О, читер проснулся в тебе, да, я так смотрю, да? А, где, быстро, 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 у меня два железа. Банан, у тебя есть железо? Я уверен, что тебе выпало железо 100%, покажи. Давай, 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 давай. В смысле нет? Я только что видел, или это уголь был? У нас уже есть два железа, еще нужно 12, и мы победили. Кому мы первым скрафтим панталоны, ты, тот смотрю, просто будет огромный позитивный молодец. Позитивный такой, позитивный, два железа есть, осталось 12. Да фиг ты, что вообще получишь в этой жизни? А вы сколько нашли железа? А ну поделитесь, пожалуйста, сколько вы железа нашли? У меня два. У тебя... В смысле два? Откуда у тебя два? Нашла. Откуда? Откуда в шахте ищу? Ладно. Опа, минус Мия. Все, все, все в сборе, все в сборе. Кому нужна деревянная кирка, забирайте. Одна деревянная кирка, и вот сюда я поставлю еще верстачок, если что, крафтите. Вот тут два верстачка, вот. Копаем, 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 копаем. У меня два железа, и у вот этой катифнавки тоже два железа. Надо их опередить. Опа, освещаем здесь территоритейшн. Территоритейшн. Кто здесь? О, Мия, привет. Спасибо большое за помощь. Я, как обычно, ничего здесь не освещаю себя. Мия мне поставила светильник. Ну, Мия молодец. Ну. Пупок, там есть что-то? Ядрить меня в пупок просто, сколько здесь много всего. Пупок! Ну, как бы вы давайте тоже туда низко не спускайтесь, потому что железо может быть, в принципе, везде. Поэтому ищите просто в одном месте. У кого-то есть хотя бы одно железо? Кто-то смог найти его? Не, они у тебя лошарки все. То есть, а вы такие прям очень уверенные в себе молодые личности, да, ну, получается? Ну, вообще-то да. Ага, понятно. Четыре да. Железа. Подожди, у Ержана четыре железа. Я шахту нашла. У Ержана четыре железа и у Кати два железа. Пацаны, вы что такие лохопецкие? Давайте ищите. Лохопецкие. Пацаны, у них восемь железа, чтобы вы просто хотя бы на секунду понимали, сколько у них железа. Восемь. Меня убил зомби, офигенно, офигенно. Ой-о-о-о, вы смотрите, кто-то кого-то убил, потом еще кто-то кого-то убил, потом еще кто-то кого-то убил. О, свет, отлично, это хорошо, когда есть свет. Когда есть свет, это все очень хорошо. Пацаны, у кого-то... Сейчас, подождите. Это мы поставим сюда. Факел. А на какой высоте примерно железо обитает? Оно везде может обитать, где только угодно. Вот прям может там, а может сям. Может там, а может быть... Короче, слушайте, а вы знали то, что... я не помню, где оно находится. Где-то вроде слева, если посмотреть на карту. Там вроде вот этот особняк, что ли. Вы видели его или нет? Он врет. В смысле, если налево посмотреть, там вроде особняк, если я хорошо помню. Ну вот, если хорошо помнишь, сам и иди туда. Пупок, иди сюда. А почему Пупок АФКшит, у меня такой вопрос? Пупок вообще в этой жизни ничего не делает. Самый кто бесполезный... Взорвался?
пошли пупок. Самый бесполезный молодой человек, который только может быть. Пупок, я вообще не понимаю, как ты так живешь на этой планете, честное слово. Вот знаете, что-то как-то сердечко начало калашматить. Прям, я не знаю, почему оно начало калашматить. Фу, как-то сложно. Ты убил монстр? Я ничего не делал, честное слово, это как-то вообще на меня не похоже. Ты убил монстр? Нет, я ничего не делал. Ты собака, что ли, там, сутулая? Совсем уже сутулился так, что вообще не узнать. Ах, вот какие наезды у нас. Так потому что... Вот. Новенькая кирка. Я люблю Мию. Она всегда рядом оказывается, когда я в шоке какой-то. Ага, вот она. И дает мне... Пупок. Ты кого-то видел здесь рядом? Наш план немножко оказался провальным, потому что здесь никого нет. Пошли, Пупок. Хлебушек, ты-то что сюда приперлась? Хотя здесь огромная шахта на самом деле. Ладно, монстр мы завалили, можно возвращаться туда, где я спрятал свое железо. Вот сюда. Ну всего лишь 2 железа, у них уже там 10 где-то. Пацаны, кто сегодня не найдет ни одно железо, тот уже прекрасно должен понимать то, что он сразу получает бан, да? Хлебушек, у тебя 2 железа, и ты как партизан Петрович просто сидишь и молчишь? А-а-а, убивают, все, меня убили, классно. Так, если у нее было железо, то его больше нет. Это замечательно. Банан, ты чё тут ляхи точишь? Давай, иди добывай. У тебя даже кирки в руке нет еды. А еще чё? Кормлю только тех, кто железо находит. Ты железо нашел? Не нашел. Эй, кот, я тебе чего сделала? Я просто мимо шла. Слушай, твой котяра серый меня просто берет и бьет сейчас. Ни за что. Потому что это Пупок. Пупок, вместо того, чтобы железо искать, ты на мою тёлку тут вообще когти агришь, да? Капец, я просто мимо шла. Пупок, иди сюда к нам, пожалуйста, и копай железо. Чем больше рук, тем быстрее мы его найдем. Я пойду в другую шахту, потому что тут нифигашеньки просто нет. Я ищу в этой шахте, только 2 железа смог найти. Меня сейчас опять убьют. Это если будет опять смерть, я больше... Все, меня убили. У нас огромное преимущество. Преимущество. Пупок, падай сюда и давай искать здесь что-то. 3 железа! 4 железа! Пацаны, у меня 4 железа! 4 железа! 4 железа! Ну-ка, что, все? Только 4 железа! Все. Ну ладно, 5 уже железа. Ладно, 6 уже железа, хорошо. Пацаны, 6 железа, 6 железа. В принципе, можно дальше не продолжать играть? Да, меня сейчас убьют! Дай железо, быстро! Так, давай, копай. Вот здесь где-то копай, я вот здесь где-то нашел железо. Давай, копай, быстро! Давайте без меня, меня убивают просто моментально быстро. Ну так ты найди Мию где-то, и возле нее там находись, но я не знаю. Пацаны, я переплавляю, я сказал, железо. Идите в дом, прячьтесь в дом, вот именно, давайте, просто переживите там ночь, вот как бы девушки, вы должны быть в безопасности, а мы пока за вас здесь, ну хотя бы попытаемся найти железо немножечко, одно есть. Пацаны, охраняйте меня, пожалуйста. Ладно, раз я не могу находить железо, я буду просто вас всех убивать. И мешать вам. Ой. Жить. Миша из железа. А сколько у вас итоги-то железа? Когда уже будет день, а? Я задолбалась отбиваться от монстров от этих. Катя, стой, стою. Ребят, я себе скрафтил все же штаны. Как бы наша цель этой серии скрафтить себе штаны, но как-то они не очень похожи на штаны. Ну ладно, вы потом сами себе скрафтите и все сами увидите. Хлебушек, как тебе? Мию убил скелет! Где Мию убил скелет? Там сразу 6 железа выпало! Так, ничего не выпало, все уже подобрано. А, все уже подобрано, ну хорошо. Пописяки-то такие, я думал, то, что они потеряли все свое железо. Короче, давайте, у нас получается сколько? У меня есть уже штаны и у меня есть еще одно железо. Нам еще 7 железа нужно. 7 железа и мы победили. О! Опа! Опа! Штанишки! О, это что за штанишки? Подождите. Вы сразу 2 штанишек скрафтили? Мия, у тебя штанишки? Только Мия, одни? Ну я в штанишках. Ну я обосрался немножко, то, что вы сразу все скрафтили. А что за штанишки-то такие, я не поняла. Штанишки очень даже... Хлеб. Опа. Опа! Хлеб, ты молодец! Ну там такие слишком специфичные штанички, но вам очень сильно понравится. Давай. Хлеб, где ты нашел? Где ты нашел железо только что? Где железо было? Где Пупок? Где банан? Вы бесполезные куски просто сухофруктов! Где вы? Если мы сейчас соберем в кучу все железо, которое мы только что нашли, то можно сказать, мы уже победили. Давайте быстро поднимайтесь наверх. Давай, миленькие мои.
4 железа у нас есть, 5 железа. Еще 3 железа, и мы победили! Банан! Хлеб, 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 иди сюда, хлеб, хлеб, быстро, иди сюда, хлеб, держи. Держи вот это, держи железо. Кажется, меня сейчас опять убьют. Господи, у меня нет еды, а можно гнилую плоть сожрать? Да, можно. Она, в принципе, очень полезная, как я знаю, там витамины, кальций, срачка. А ничего не помогает мне. Ты меня обманул? Нельзя было ее есть? Можно. А почему... Пацаны, бабы атакуют! Пацаны, спасите хлеб! Хлебобуборщик, шашлык! Бабы, 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 бабы! Да! Сзади еще баба! Сзади еще одна баба! Сам ты... Да! О, меня опять убили! Да я больше не хочу играть в эту игру! Да! Сколько у нас железа, пацаны, сколько у нас железа? Идите сюда, быстро, 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 все сюда. Еще одна баба. Что так баб там много, не могу понять. Да я тебе дам бабу. Нет, я тебе не дам, в смысле это. Ну, ты бабами-то не называй нас, ну. Я не называю вас бабами. Только что назвал бабами. Я не называл вас бабами, вам послышалось. Мия, я все просрала, я потеряла штаны, которые ты мне отдала. Кто штаны просрал, я не могу понять. Я потеряла штаны, меня убили в лесу. Что ж. У кого штаны? Кто мои штаны просрал? А мои? Хлеб, дай штаны, дай штаны, дай штаны. Быстро, дай штаны, быстро штаны, дай. Штаны, 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 быстро, 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 быстро. Закрываемся, 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 закрываемся. Хлеб, штаны. Да, дай. Пошлите пить чай. Все, девочки, выходите, мы сдаемся. Выходите, пойдемте поиграем. У нас двое пар штанов! Если что, у меня в инвентаре еще 3 железа. Пацаны, эта мясорубка с бабами прям вышла на ура. Мы их заманили в ловушку, оттарапенькали. Ну, в том плане, то, что как бы забрали их лут. Give me the loot! Мы молодцы. А где я увольняюсь. Можно мне написать по собственному желанию? Нет, нельзя. Подождите. Стойте на месте. Сейчас. И прикрывайте меня. Я больше не хочу находиться на этой земле, поэтому я сейчас утону. Не надо, Катюха. Успокойся, пожалуйста. Поздно. Успокойся. Все будет хорошо. Пошли. Все, 3 сердечка. 2 сердечка. 1 сердечко. Кать, почему? Ержан! Миюшка. Минус Мия. О, Мия вышла из игры. Нормально, минус 1. Ержанчик наш любименький. Минус Ержан. Ну все, ну давайте уже закопаем этот топор вражды. Я больше не хочу играть в эту игру. Пупок. Ты не хочешь там кого-то зарезать? Да Пупок вообще офигел, он бьет всех вообще налево и направо. Я просто мимо шла, а он меня давай кому-то издить, блин. Ему надо хвост оторвать и в рот засунуть, чтобы он свой хвост сам сожрал. Алло, не бей меня! Котяра сраный. Ты чё? Ты чё пипиську построила, Мия? И, в принципе, на этом можно закончить наш разговор, то что мне как бы не о чем разговаривать с мужчиной в чулках. Вот именно. А ты почему-то банана убил, хлеб? На таком замечательном моменте, в таких замечательных чулках, с таким замечательным гаечным ключом и битой, я предлагаю всем закончить эту серию. Хватит драчунькаться! Счет 3-2, и команда мужиков лидирует. Это значит, что бабы в пролете, и посмотрим, смогут ли они отыграться в следующей серии или нет. Я всем скажу огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пупок убей всех. Все, прощайте, пожалуйста. Девочки, уходим. Пупок! В атаку!